Всем привет! Вы на канале Ольга Ворончихина. Сегодня я решила сварить сыр. Сыр я варю, наверное, самым простым способом. Вот я взяла 2 литра молока, 3,2 жирности, пол-литра сметаны 20%, полкило, 4 яйца, одну, значит, чайную ложку соды, 1,5 чайные ложки соли, и здесь куркума с паприкой. Немножко для цвета. Можно еще, кто хочет, добавить укроп или зелень. Я буду безо всего. Так, я соединила все продукты. Единственное, соды я положила половинку чайной ложки, не полную. И сейчас я поставлю на средний огонь. Буду постоянно помешивать, пока не начнет отходить сыворотка. Вот помешивать нужно непрерывно, чтобы молоко не подгорело. И еще я не сказала, сначала нужно сметану смешать с яйцами, солью, содой и какими-то там добавками. А затем только это соединять все с молоком. Вот прошло 20 минут на огне на среднем. Вот видите, начинаются вот такие вот отделяться. Свертываться начинает молоко и сметана. Вот в самом конце я хочу мелко нарезанную зелень укропа положить. Ну, немножко у меня здесь. И базилик сушеный. Вот сюда вот я отправляю. Еще подержу минутку на плите. И буду откидывать. Вот я взяла сито мелкое. 2 слоя марли положила. И сейчас буду откидывать. Вот я все откинула. Сейчас это стекет. Затем я соберу всю марлечку и поставлю под грузик на 12 часов в холодильник. Вот я сложила. Сверху положу вот такую тарелочку, блюдечко. И еще сверху поставлю баночку с водой. И пусть она у меня на балконе на 12 часов остается. На балконе на ночь будет прохладно. Ну вот такой сырок получился на утро. Сейчас будем снимать пробу. Ну вот такое блюдо у меня получилось. Прекрасный сыр. Он напоминает немножко по вкусу адыгейский. Если кто-то любит побольше, посолонее, можно чуть побольше соли добавить. А так все прекрасно. На домашний хлебушек с помидоркой, с петрушечкой. Прекрасный будет бутерброд. Приятного вам аппетита! С вами была Ольга Ворончихина. Всем пока-пока!